Военный норвежский фрегат терпит бедствие в районе порта Берген. Корабль столкнулся с танкером. Как выясняется, фрегат шел с выключенным транспондером, и греческий танкер не мог его видеть. Такие данные зафиксировала система идентификации судов. Фрегат врезался в огромный танкер, получил пробоину, после чего начал медленно уходить ко дну. Моряков успели эвакуировать, это 127 человек, а вот само норвежское судно спасти уже не получится. Фрегат стоимостью 650 миллионов долларов медленно уйдет под воду. На танкере серьезных повреждений нет, утечки нефти не произошло.